30-градусную жару очень приятно оказаться под водопадом. В Самаре под импровизированный душ можно попасть практически где угодно, например, на остановке общественного транспорта. Дорожный пылесос мгновенно загребает мусор и не оставляет после себя ни пылинки. Остановки общественного транспорта моют каждые 7 дней, дороги через день. Чистой водой смывают пыль, грязь и мелкий мусор. Ну вот ВодоКамАЗ выходит 8 кубов воды на метр тротуара, то есть остановка 1 литр выходит воды у нас. Вот, считать, 8 тысяч квадратных метров примерно. Ну, это практически на все остановки. У нас их 53 остановки, по-моему, практически. Почти хватает на все остановки, по-моему. Ну, иногда больше, где грязнее, когда больше, когда особенно после дождей. На мыло бывает песка много, бывает больше, бывает воды. Ресурсов для содержания города в чистоте хватает. В МП «Благоустройство» в день на работу выходит 363 человека и 176 единиц техники. При уборке, значит, подходим комплексно. То есть задействована здесь и малогабаритная техника, и техника, которая содержит проезжую часть. Все это, согласно технологии, смывается, сметается в прилотковую часть, а дальше проходит пылесос по прилотковой части, и весь этот мусор, который смели, подмели, собирает пылесос. Предприятие благоустройства работает в две смены. Первая с 8 утра и до 17 вечера. В это время убирают мусор, стригут газоны, обрезают ветки и вырубают поросль. Ночью техники выходит в два раза больше, чтобы не мешать жителям. Утром улицы уже выглядят опрятными. Техники хватает с лихвой. В 2015 году были закуплены новые машины, и теперь спецтехники УМП благоустройства на 20% больше. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.